Пап, привет, как дела? Привет, все хорошо. Почитать тебе сказку на ночь. Пап, ты о чем? С тобой все нормально? Программа «Виртуальный родитель» поможет детям легче перенести смерть родных. С помощью алгоритмов и визуальной симуляции мы можем точно воссоздать личность погибшего родственника для сеансов видеосвязи. Мама, что это? Ты мне врала. Ты мне врала 5 лет. Тебе решать.